Дорогие наши выпускники, сегодня в нашей школе выпускной. Но софиты не горят, в зале нет зрителей. И вы не проходите гордо в наш зал по красной дорожке выпускника. И все же... Дорогие наши выпускники, вот и закончилась ваша учеба в нашей школе. Мы очень рады, что вы прошли этот очень важный, я бы сказал, трудный путь. И самое главное, что вы заканчиваете детскую музыкальную школу номер 4 имени Владимира Михайловича Свердлова. Хочу вам пожелать хорошей дороги. Хочу вам пожелать, чтобы вы дальше не уходили от музыки, не уходили от искусства. Приводили к нам своих детей. И самое главное, хочу, чтобы вы всегда помнили про нашу школу, чтобы вы всегда рассказывали всем про нас, а мы будем помнить о вас. Доброго вам пути! Нелегкий путь покорения и освоения музыкальных инструментов. Умение выразить свои чувства в музыке, звуками, знакомство с шедеврами и сокровищами музыкальной литературы. И это вы все прошли за все эти долгие учебные годы. Музыкальная школа – это не только обучение игре на инструменте, но и новые друзья, интересные встречи и море прекрасной музыки. Связано очень много волнующих моментов и переживаний, ярких впечатлений и воспоминаний. Мы надеемся, что частичку сердца каждый из вас оставит в этом здании. Что вы надолго сохраните в памяти добрые воспоминания об этом периоде своей жизни, о школе, о ее педагогах, потому что невозможно забыть дни, проведенные в школе. И вы будете любить нашу музыкалку всегда, потому что в нее невозможно не влюбиться. Как невозможно не влюбиться в музыку, познакомившись с ней поближе. Представьте, сколько времени вы посвятили музыке за эти годы, сколько усилий приложили, сколько прекрасного вы сделали. Постарайтесь, пожалуйста, не забывать об этом, чтобы все силы не ушли в воздух. Чтобы навыки остались. Поздравляем вас, дорогие выпускники, с окончанием музыкальной школы. И желаем вам быть смелыми и быть сильными. Дерзайте, творите, трудитесь, не покладая рук. И верьте в свою счастливую звезду. Дорогие выпускники, поздравляем вас с окончанием школы. Храните воспоминания о ней, о педагогах. И храните в сердце то тепло, которое мы дарили вам. Любовь к музыке, возвращайтесь к ней, потому что это прекрасно. Мы вас помним, любим, ценим и поздравляем с серьезным достижением вашей жизни. Любите музыку и всегда помните о нашей музыкальной школе.